Привет, я Эммануэль Вожер. И вот что. Игра – это всего лишь игра. А на дорогах будьте осторожны, соблюдайте правила и всегда пристегивайтесь. Так, звук есть, пишем. Ребята, не знаю, что со звуком, но последние несколько серий не записались, именно звук. Поэтому были без комментариев, что-то с микрофоном, но ничего страшного. Возвращаемся в Need for Speed Carbon на PS2. Продолжаем завоевывать территории, чтобы выйти на битву с нашим боссом первым, Кенши. Давайте откроем карту, посмотрим территории. А в этом районе у нас осталась только одна гонка. Давайте мы ее... Так, сменим сначала помощника, возьмем Невилла. Странно, опять, да, сменили помощника, и сразу же у нас выбрасывает в открытый мир. Ну что? Ой, пробуксовка какая идет. Очень сильно в сторону откинули Невилла. Давай, Невилл, пора. Делаем. Али. О-о-о-о. Догоняем сирену. Слушайте, ну напряженочка, да. Есть, делаем на повороте. Копы на хвосте у нас. Да, я тоже вижу копов. Первый круг завершен. Невилл, почему ты снова последний? Ёб, мне нужна твоя поддержка, не надо. Ну вот и мусора. Ну, в плане копы. Причем это второй уровень, это сразу федералы. Обходим. Слушайте, опасно идет игра. Очень близко. Бордует очень сильно сзади. Сзади. Срезаем. Вот как это происходит? Как Невилл...
ломается. А, у нас еще и сейчас погоня будет. Давай теперь запишемся. Как-то сохранение не вовремя, да? Прям посреди гонки. Вообще не вовремя. Давайте уйдем от этой погони. Пройдем еще одну гоночку. Как красиво! Мейсон Дистрикт, наша территория уже. Тюнингуешь машину, а копы на обычных тачках догоняют нас. Это вообще, конечно, смех, да и только. Так, давайте поедем по шоссе. Больше зацеплюсь все-таки. Но как-то даже странно. Пошел. Слушайте, не получается. Совсем не получается. Так, сейчас, секунду. Секундочку. Давайте уйдем от этой погони. Вагивание сильное. Непонятно почему. Так, давайте. Уходим. Замедлением уходим. Да, нам тут с вами просто так не получится уйти. На одном мастерстве ты далеко не выйдешь. Может, не по тачку помощнее иметь. Баррикада? Минус. Мы снова по одной той же дороге катаем.
выехать отсюда. Так, сейчас, секунду, соберусь с мыслями. Секунду. Так, ребята, продолжаем. От погони, слава богу. Посмотрим, что у нас там по тюнингу выпало, и затюним нашу машинку. Так, что нового здесь? Ничего. Запчасти, кузов давайте поменяем. Капот, 3 слота, давайте поставим 3 слота. Воздухозаборники.
Давайте. Спойлер. Давайте вот такой arrow кинем. Ой, так у нас тут много чего есть. Вот давайте так. Стайлинг. Неровный просвет, тонировка, покраска дисков аппликации. Так, добавить слой. Есть что-нибудь новое? Так, нового ничего. Давайте, наверное, в корзину. Ого! Вот это сделали заказик на 11 косарей. Так, все, пошли в открытый мир. Да, слушайте, это очень долгая погоня была. Еле вырвались. Посмотрим, что у нас по карте. Противник заявляет права на твою территорию. Слушайте, Лос Калибрис хотят отвоевать все. Ну, придется отвечать. Мы, как владельцы территории, должны. Там будет истребитель, то есть... Отлично, территорию мы отвоевали. Я поехал, увидимся в убежище. А где нам убежище? Давай следующий гонку. Так, ну что, погнали, Невил? Слушайте, ну если с нами будет Невил, то понятное дело... Круто!
Доступ к закиси азота и шинам класс 1 спортивный, но мы его и применим. Смотрите-ка, обратно твоего территории. Неплохо. Разделимся, оторвемся от легавых. Удачи! Давайте долго не будем гоняться. Кажется,
последний раз объект съехал на запад. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. Все, погасись. Диспетчер отеля. Это Сьер-1. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. Диспетчер, это право 2-2. Проверяю номера, надеюсь, это он. 4 минуты погоня. Так, сообщение от Ники. Внимание, всем прекратить погоню и продолжить патрулирование. Ну что ж, последние, ребят, данные мы доступны успешно... системе. Слушайте, мы успешно защитили территорию, успешно прошли гоночку, и тут Ротор 4 предлагает нам тоже побороться. Ну что ж, мы это сделаем, но в следующий раз уже. Всем спасибо за просмотр. Плейлист на прохождение по спидкарбон будет в описании. Также как плейлисты на прохождение других игр с Nintendo Switch, PlayStation 2 и Nintendo 2DS. Всем пока!